У этой выставки были цели показать людям, что семьи, которые столкнулись с особенным ребенком, могут быть полноценными, что не обязательно папа уходит из семей, что мамы остаются одни, что наоборот семьи могут быть гармоничными, что при правильном подходе к развитию и воспитанию ребенка может быть очень большие результаты. У нас в Барнауле сейчас обстоит ситуация такая, что семьи эти сильно не показываются. Если говорить честно, они больше общаются своим кругом. Такие детки должны обязательно воспитываться по программе, которая есть специально у нас разработанная. Все нужно ими именно заниматься, всесторонне развивать. Обязательно, чтобы у них была социализация. Эта выставка была первая в нашем городе, где дети и семьи открыто показали себя, показали, что они такие есть. Семьи очень сильно переживали на реакцию горожан. Если говорить честно, они привыкли слышать негатив от маловоспитанного населения. Не было ни одного отрицательного комментария, на удивление. Люди услышали наши цели и поняли ее. Была цель сфотографировать именно папу и деток. Благодарность, конечно же, всем мамам, в первую очередь, которые смотивировали пап сделать этот большой поступок. Все знают, что у нас папы, скажем так, не всегда проявляют активность, и все-таки без большой роли мам тут не обошлось. Огромная благодарность своим папам, которые показали пример достойных семей, мужественности. Папы даже сами позировали, проявляли где-то инициативу. То есть они вошли во вкус, и это было приятно.